давление, да? Вот это же там, отчете туда. Ну, вот отчете. Вот белый, да? Давайте, пойдем. Можно тапочки. Ничего, ничего. Ничего, я... Поднимите вот эти ваши ноги. Вот так. Вот так. Вот чуть-чуть вот так раздвинь, вот так, ну вот так, вот так, да. И вот смотри, здесь видно, что вот эта нога короче, чем эта. Вот это, ну, искривление. Да, вот это из-за этого, ну, искривление позвоночника, голова болит и все. Смотрите, как Бог исцеляет. Смотрите на ноги ваши. Во имя Иисуса Христа, Господь, выровни ее спину. Станет ее спина, пусть ее спина станет ровной, Дух Святой. Пусть ее спина станет ровной. Сейчас. Сейчас. Левая нога. Тяни. Левая нога. Тяни. Расти. Тяни. Позвоночек выравнивайся. Левая нога. Тяни. Еще. Еще левая нога. Давай. Быстрее. Смотрите на ноги. Одинаковые стали? Да? А ну, опускайте ноги. Встаньте и проверьте себя. Что-то есть? Что-то поменялось сейчас, да? А ну, вот так вот. Наклончик можем делать. Как сейчас чувствуете? Легко стало? А? Давление еще есть, да? Я понял. Дух Святой, я благодарю. Ростов, пиши. Дух Святой, спасибо. Шейный отдел моментально. Стань здоровым. Сейчас диски шейного отдела выровняйте. Шейный отдел. Будь исцелен. Шейный отдел, будь исцелен. Дух Святой, я благодарю тебя. Освобождается эта женщина от раковой болезни. Пошло, да? Давление сразу опустилось, да? Тут что-то в шее было так. А сейчас все ушло, да? И все тело было, да? А вот так, стоите вот так вот. А ну встаньте ровно, как. Хорошо. Дух Святой, я благодарю тебя. Скажите за мной, Иисус Христос. Спасибо тебе. Я нуждаюсь в тебе. Будь моим Богом навсегда. Войди в мое сердце. Я отдаю свое сердце тебе, Господь. Научи меня, Дух Святой. Повторяйте, научи меня ходить путями правды. И приведи меня в свою церковь. Аминь. Все? А, рука еще, да? Что-что? Крутится, да? Дух Святой, я благодарю тебя во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Боль уходит. Проверяйте. Нема? Исчезло что-то, да? Мы все исцелены.